Когда рак на горе свистнет, и в продолжении могу добавить, тогда Таня купит рыбу. Потому что рыбу мы едим очень редко, весной и летом она мне абсолютно не нужна, а вот в конце осени и зимой я понимаю, что начинаю словно по ней скучать. Мне хочется рыбы, и я уже не могла больше ждать и купила эти стейки. Если мясо я люблю пряным и пикантным, то с рыбой наоборот, здесь у меня все минимально. Я посыпаю черным перцем, сушеными травами и солью, хорошо все втираю с двух сторон и оставляю на час мариноваться. Этим временем подготавливаю гарнир. Картошку порезала дольками, добавила к ней карри, итальянские травы, черный перец, соль, потерла туда чеснок и еще оливковое масло. Все перемешала, противень застелила пергаментом, на него выложила картошку и поставила запекаться в духовку. У меня газовая духовка, я просто оставляю ее на максимальной температуре и за время запекания картошку два раза перемешиваю, ничем не накрываю. Рыбу буду жарить на гриле, можно на сковороде, можно также в духовке. Сверху немного полила оливковым маслом и 15 минут ее не трогаю. Когда картошка приготовилась, посыпала ее укропом, в последний раз все перемешала, также подготовила лимон, соком которого сбрызнула рыбу. Такой способ приготовления стейков мне нравится больше всего, а гарнир уже может быть любым.